За духовное возрождение. Именно с такой формулировкой президент Беларуси вручил премию Полоцкому архиепископу. Эту награду глава государства присудил нашему соотечественнику за активную духовно-просветительскую деятельность, значительный вклад в сохранение межконфессионального мира и национального согласия. Полоцко-Глубокская епархия, которую владыка Феодосий возглавил в 1997 году, широко известна в регионе. Она ведет тесное сотрудничество с войсковыми частями и детскими приютами, с учебными заведениями. В числе лауреатов президентской премии оказалась и настоятельница Спасо-Ефросиньевского женского монастыря города Полоцка, игуменья Евдокия. Она была отмечена за значительный личный вклад в духовное возрождение Беларуси, издательскую, духовно-просветительскую деятельность, плодотворную работу по сохранению историко-культурных ценностей. С момента своего возрождения в 1990 году монастырь ведет большую издательскую деятельность, публикуя материалы о жизни преподобной Ефросиньи Полоцкой, истории Полоцкой епархии. Монастырь призывает Господь. И если трудишься, Господь помогает. А если трудишься сверх силы, Господь еще больше помогает. Я пожелала бы нашим белорусам, чтобы они помнили, что каждый день нашей жизни отдаляет нас от Бога или приближает нас к Богу. И чтобы каждый человек старался делать только добро, который будет ложиться на чашу добрых весов и который будет приносить великую радость в этой жизни и в будущем.